А между тем, ледоход на реке Лени добрался до Ханголасского района. Сейчас он двигается на территории трех районов. В ближайшие сутки ожидаются подвижки льда на участке Покровск-Табага. Оперативная группа МЧС дислоцировалась в Алекминск. На реке Алдан нижняя кромка ледохода находится у гидропоста Верхоянский перевоз у Салданского района. На реке Вилюй нижняя кромка у поселка Сунтар. Тем временем Колыма вскрылась на территории Магаданской области. В ближайшие дни ожидается вскрытие на участке Зырянка-Среднеколымск. В настоящее время ледоход продвигается по трем районам. Это Ленский, Алекминский и Ханголасский район. Нижняя кромка ледохода наблюдается в населенный пункт Синск Ханголасского района. Верхняя кромка наблюдается у города Ленска, Ленского района. Уровни воды по реке Лена ниже критических отметок.